32 года назад на ледовой арене Куйбышевского дворца спорта наша прославленная пара фигуристов Людмила Пахомова и Александр Горшков очаровала зрителей знаменитым танцем «Кумпарсита». Куйбышев для нашей легендарной танцевальной пары стал давно родным городом. Александр Горшков до сих пор любит вспоминать, что они много раз приезжали на Волгу готовиться к главным стартам сезона вместе со своей наставницей Еленой Чайковской. И работа над «Кумпарситой» велась именно здесь. В те времена танец поражал своей чувственностью, яркостью и выразительностью, а затем стал образцом танцевального искусства. Это был не только, как говорится, дебют нашего нового показательного номера здесь, в Куйбышевском дворце спорта. Но также это был, мы впервые как бы попытались сделать показательный номер. До этого, собственно говоря, у нас не было ни одного показательного танца. И тогда это было не то чтобы не модно, но еще как бы не вошло в жизнь. И спортсмены на показательных выступлениях, как правило, исполняли только фрагменты своих соревновательных программ. На этот раз за награды поборется 4 десятка танцевальных пар. Ближайший резерв национальной сборной страны. Именно поэтому трибуны Дворца спорта впервые были забиты почти до отказа.